В общем, игра в Дед и Бабу или в Слепака, я не знаю, там разные названия. Лучше всего укрепляет спину, и это самое необходимое для взрослых людей всего мира, всех стран, всех народов. Особенно где сидячий образ жизни, где, ну вообще, связано с прямохождением и повреждением позвоночника из-за этого. Я сам в детстве играл в эту игру все детство. Один. Даже один играл. И все было хорошо. Затем у меня испортился позвоночник. И никакое скалолазание, ни плавание, ничего не помогло мне. Не избавило от этого. И вот недавно я с ребятишками, ну, несколько дней назад, поиграл в Дед и Бабу на горке там, уже современной. Потом вызвали оперативника и сказали, ничего криминального нет, и меня отпустили, и все. Ну, если вкратце. Хотя там все проверили, все данные взяли, все. И значит, теперь я не играю с детишками ни в Дед и Бабу, ни в футбол. Я призываю взрослых людей играть со мной в Дед и Бабу. Потому что это единственное, что... Я, когда вот поиграл один день, я почувствовал, как мышцы спины болят после этого. То есть укрепились. Укрепление идет. То есть это очень полезно. Это то, что необходимо. У нас с вами выбор, либо стать скрюченными стариками уже даже к 40 годам, либо играть в Дед и Бабу время от времени взрослым и взрослыми. Мы взрослые со взрослыми, и у нас будет все отлично. Я покажу там подробнее.